Во-первых, или самое главное, подрыв ГЭС — это военное преступление. Уничтожение гражданского объекта такого масштаба, не имеющего никакого военного значения, это, на мой взгляд, военное преступление. И все, кто был причастен к этому военному преступлению, либо сделали это возможным, либо участвовали в нем, либо знали об этом и не остановили. У России нет причин совершать этот акт.